Боялся, что не застану тебя. Я не помешаю? Я думал, что вы с Анной уже за 100 верст отсюда. Мы никуда не едем. О, Господи. Только не говори мне, что вы... Она отказалась выходить за меня замуж. Вот так. Князь Долгорукий стал причиной нашего расставания. Ну, ничего. Анна наверняка простит тебя. Я, к сожалению, слишком хорошо ее знаю. Когда ты стреляешься с князем? Скоро. Скоро. Черт возьми, именно в этот момент меня отправляют на Кавказ. На Кавказ обычно ссылают. В моем случае это благодарность государя. Это награда. Награда за поимку цыгана, который покушался на Александра. Хуже всего, что эту поездку для меня устроил господин Забалуев. Вот как. Меня почему-то это не удивляет. Где наша не пропадала? И потом, вся эта история позволила нам еще больше сблизиться с Лизой. Дала понять, что мы не безразличны друг другу. Это хорошо. И все же... Я могу не вернуться? Ты это хотел сказать? Владимир, война есть война. И эта война не всегда может закончиться так, как нам того бы хотелось.